Здравствуйте! Вы смотрите канал компании PhotoProCenter. И сегодня мы с вами рассмотрим прибор постоянного света на основе ламп KinoFlow Red Devil RDL 1200F. Корпус прибора выполнен из авиационного сверхпрочного алюминиевого сплава с антибликовым покрытием черного цвета. Весит прибор 6 кг. На задней части вы видите удобные ручки, за которые вы можете удерживать прибор во время регулировки наклона. А для установки на стойку прибор комплектуется специальным крепежом для фиксации в грипхэд. Red Devil Lamps комплектуются лампами KinoFlow True Match и используются как в видеопроизводстве, так и в студийной фотосъемке. Сами же лампы KinoFlow могут быть различной цветовой температуры. Это 3200 или 5500 кельвинов с индексом цветопередачи CIRI более 95 единиц. Срок использования ламп KinoFlow, установленных заводом-изготовителем, составляет 10 тысяч часов. А для того, чтобы взять с собой на съемку дополнительный комплект ламп, например, другой цветовой температуры, производителем предусмотрен специальный тубус для переноски. Интенсивность освещения Red Devil 1200F равноценна 1000 Вт галогенного светового прибора. Диммирование осуществляется как при помощи возможности включать и выключать каждую лампу по отдельности, так и за счет изменения угла наклона корпуса прибора к объекту съемки. Управление углом свечения производится регулированием угла открытия шторок, надежность механизма конструкции которых обеспечивается за счет складывающихся петель. Шторки имеют угол раскрытия более 180 градусов. Изменение температуры свечения прибора выполняется заменой ламп. Для этого прибор имеет надежный и удобный в эксплуатации зажим и патрон. Балласт встроен в корпус прибора, откуда и происходит управление включением ламп. Прибор работает от напряжения 230 вольт и имеет надежный разъем питания с защелкой, а также провод длиной 5 метров. Балласт и питание ламп имеют частоту 80 кГц, благодаря чему у прибора полностью отсутствует мерцание ламп на высоких выдержках работы затвора камеры. Подводя итог, я могу сказать, что это надежный прочный прибор с высоким индексом цветопередачи более 95 единиц, который вы можете использовать как для видео, так и для фотосъемки. А для транспортировки прибора есть удобный фирменный чехол. Вы смотрели канал компании PhotoProCenter. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хороших съемок и до новых встреч!